Полиция задержала выходца из Закавказья, который ударил прохожего ножом в грудь. Инцидент произошел ночью 10 апреля на улице Героев обороны Одессы. Мужчины поссорились, и гость нашего города решил доказать свою правоту с помощью ножа. К счастью, пострадавшего удалось спасти, его сразу отвезли в больницу. Как позже рассказал 42-летний задержанный, нож в грудь – это попытка урегулировать конфликт между своим товарищем и пострадавшим. Мне сказали, что по телефону шел, мы стояли, разговаривали, раз плечом задел, второй плечом. Кого задел? Ну, эти троих, которые. Какой это был вот? Да складушка. Как вы его раскладывали? Да. Как раскладывали? Ну, я его достал с короном, не успел. Ага, понял, все, понял. И не подходил вот так, черкнул, Виталий ко мне подошел, и мне убежал. Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания. Слідчі вже повідомили йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 115, закінчений замах на умисне вбивство Кримінального кодексу України. Санкції даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.